В болгарском городе Созопол проходит международный фестиваль искусств «Аполлония». Как сообщает портал Euronews, уже на протяжении 10 лет этот фестиваль собирает людей искусства с разных континентов. В этом году форум празднует двойной праздник – свой 31-й день рождения и столетие национального кинематографа Болгарии. В честь этого знаменательного события состоялся торжественный концерт. В нашей программе популярные композиции из саундтреков к болгарским фильмам. Фактически полувековая ретроспектива. Песни, которые люди любят, которые они сами с удовольствием поют, и мы сделали для некоторых из них новые аранжировки. Основатель форума – профессор Дима Димов. Он по профессии музыкант. Он и сейчас концертирует с квартетом струнных инструментов по всему миру. Старые кварталы Созопола отданы художникам, выставкам и инсталляциям, но и не только. Нередко художественная галерея – это сцена для исполнительной камерной музыки, а выдающиеся музыканты дают в ее стенах мастер-классы. За 10 дней в рамках фестиваля искусства «Аполлония» состоится свыше 70 концертов, выступлений, спектаклей, хореографических дивертисментов на разных сценических площадках.